Ледо, Рабат. Воняет жестко. 19 век, французская. Угу. Стоит 600 евро. Значит, город Шевшуан. Въезжаем в центр города. Уже красиво. Это голубой город. Старый. Очень древний, сохранился. Хорошо. Хотим здесь немножко погулять, покушать. И поедем уже в Марракеш. Значит, приехали мы в Шевшуан. Голубой город. В самом центре припарковались. Прям да, голубой, видишь прям он? Прям на круге. Да, прям на кругу, реально. Там, где знак, ничего не сказал. Напротив полиции, где знак висит, нельзя парковаться, но все паркуются. No, merci. No, merci. No, merci. Merci. Серег, знаешь что, ты начни драку на центре площади. Чтобы отвлечь. Поли... Да, полицейского отвлечь. Он уйдет. Мы сядем на тачке и уедем. Просто он очень, стоит. Очень злые усы. Да, он стоит возле нашей тачки и ждет, пока мы придем, чтобы просто нас оштрафовать. Там, да, наверное, нам сейчас выпишут. Значит, мы в Рабате, столице Марокко, пришли к рыбакам. Смотри, какая красота. Медина, старый город. Бойница. Значит, идем кушать. В ресторан. Миша угощает. Мы гуляем просто по городу. Нам, не знаю, каждый второй предлагает гашиш. Это вообще марихуана. Роман, смертельный номер. Ни за что не угадаете, куда мы идем. Это не Франция. Это Рабат, Марокко. Это марокканцы. Но Рома нашел здесь улиток. Улики. Мне надо срочно уничтожить. Уничтожить улики. Срочно все улики уничтожить. А пахнет неплохо, как Ролтон практически. Давай, смертельный номер. Фанта. Не знаю, для них это нормально, наверное. Сколько? 10 дирхам. 10. Ух ты, прям тарелочка улиц. Ну и что это такое? Это улитки. О боже. Они просто торчат. Бедные улитки, посмотрите. А у меня супчик сейчас еще налет. Еще есть супчик. Супчик очень вкусный. Да? Да. Ну давай. Булинчик. Берешь улику. Вот видишь, у нее даже рожки. Язык торчит. Угу. Вот так вот. Ага, горячий. Что, маньяки? Оп. Не, реально вкусно, пробуй. Это виноградные улитки. Дышайся. Большие. Ледо, Рабат. Это название корабля и города, я сказал. А господа, срочное включение. Нам принесли рыбу-меч, лангуста и картошку фри. Значит, мы ехали по дороге и приехали в тупик. Сейчас мы пойдем в отель пешком. Парни впечатлены, я смотрю. Шокированы. На самом деле, мы здесь просто оставим машины, отнесем вещи, заселимся. И потом я перепаркую, либо вместе перепаркуем. Потому что если мы не перепаркуем сегодня, то завтра утром мы не выйдем. Здесь все будет рынок. Здесь будет не проехать. Итак, друзья, мы в суперотеле. У нас комната величиной просто с площадь, наверное. С площадь. Комната величиной с площадь. Прекрасная кровать для Ромы. Экстра бет это называется. Точнее, экстра матрас и две супер классные наши кровати. Ну ладно. Экстра пол у него. Но на самом деле не все так плохо, потому что когда ты выходишь сюда, здесь вообще отпад просто. Сделано мега круто. Вот наш отель. Выглядит так с утреца. Видите, он без крыши. Колодец. Традиционный дом-колодец марокканский. Все такие вот везде пуфики вокруг телевизора стоят. И смотрят телек. Крыши Марракеша. Вот мечеть Кутубия. Самый центр города. Нам до самого центра 500 метров пешочком. Пока до центра дойдешь, легко заблудиться. Ты уже 10 раз потеряешься, прежде чем дойдешь.
Наша улица преобразилась с наступлением утра. То, где мы вчера ехали на машине, сейчас не проехать. Это площадь Джемая Лифна, площадь отрубленных голов. Смотри, вот сейчас нам предложат снимать за деньги. Good luck. Аллах на это. Good luck, inshallah. Hold on here. There's water sleep. Give me iPhone, yes. Give me iPhone for me, for good picture. Значит, вот здесь начинается продуктовый рынок. Вот сок. Сколько стоит? $1 это 10, 1 евро это 10 дирхам. Попали в местную пробку. Придется обгонять. Значит, вот так вот начинается, заходим в настоящий рынок. И сейчас начинается все развлечение. Место, где можно купить все, что угодно. Это Марракеш. Такая сабля, оригинальная. 19 век, французская. Угу. Стоит 600 евро. Смотри, состояние какое. 600 евро? Или 600 дирхам? Нет, 600 евро. 6000 дирхам. Такой же. Такой же, как рог. А, это крок или крокодил? Не, он сказал, что ручка из рога. А, крокодил, говорит. Вот, конечно, такой 600 евро стоит. Это рог крокодила, он тебе сказал. Рог крокодила. Вот есть еще крутые два штык-ножа. Вот этот штык-нож до Первой мировой войны однозначно, потому что он, видите, четырехгранный. Угу, их потом их запретили после Первой мировой войны. Крестовая отвертка, только длинная. Да, шило такое. Вот такой 200 евро стоит. Тоже классный, охеренный. Я бы взял, стопудово взял, но я боюсь, что я их не ввезу в Россию. А если ввезу, то там будут проблемы. Вот такие магазинчики, короче, в Марракеше. Антикварная лавка, можно купить все, что угодно. Чего только не увидишь в Марокко. Да. Тут же делают обувь, тут же делают светильники. Сейчас мы заходим в кожевельный район. Сейчас будет одна кожа продаваться. Сейчас мы увидим, как делают кожу и шерсть. Такие лабиринты, что ты никогда не найдешься сам. Это воняет жестко. Надо ходить с газовой маской. Пойдем, теперь можно заходить. Здесь, значит, делают все. Красят, блин, уже не могу. Я пошел. Лучше держи. Вон там люди умирают, все. Значит, овца, коза и корова. На берберских вместо коровы верблюд. Здесь красят кожу, выделывают ее. Купают кожу. Видишь, здесь разные цвета, разные специи для разных цветов. Потом кожу красят в разные цвета. Вон, видишь, он наливает воду с какими-то специями, она зеленая становится. Потом он... Да, это куриные какашки. Пиджин? Да, голубь. Да, это очень хорошо, что вы не чувствуете запах. Здесь реально такая жесткая вонь. Значит, сейчас мы пришли на берберскую тенерию. Сейчас возможно посмотреть. Все то же самое, такой же процесс, такая же фигня, просто берберы делают большие кожи, это верблюд, корова, все то же самое. И вот так вот последние несколько тысяч лет происходит выделка кожи в Магрибе, Марокко, в арабских странах. Comme ça, personne ne come here, here. Hello, t'as vu une tenue? Вот, человек хочет быть знаменитым. Big welcome. Marhaba. What is your name? Big Mohammed. My name is Mohammed. Big welcome in Morocco. Big welcome in Morocco. Come here. Yeah. This is Moroccan mix for stop snoring. If you have problems, snore. This is very, very good. Smell. Так, пробило нос? Да.
I give you to try this, the kimchi. Is it free? It's free, my friend, no problem. Buy, okay. No, buy, big, big smile. You are the first customers. Не, ну хорошее уточнение, что бесплатно, а хотя бы. У меня тажин овощи с мясом. Вот мясо, вот овощи. А у тебя кифта, это мясо яйцом. С яйцом. О. А у тебя тажин картошка фри. Стандарт. Да, еще сок изо всего. А у меня сок апельсиновый. Я, кстати, его выпил, у меня уже живот прихватил. Да, потому что воду ты выпил неправильно. Какую воду? Но он же с водой. Конечно. Запей колой. Ничего, умри, да? Кола убьет все бактерии. Вот тебе вода.